только мама берет камеру, что делает Николь? Отворачивается. Вот вам. Мы тут сами, не сами. Мы с Машей, Дашей и Николькой. Николь грызет огурец. Кислый огурец грызет. А чё? У нас можно все. Он полезный. Сейчас я в основном в Инстаграме. Что-то как-то устала под Ютуба. Почему-то Инстаграм более такой лайтовый. И люди более такие открытые. А в Ютубе как-то мне сложнее морально вести Ютуб. А перед огурцом мы ели творог перебитый. А я нашла кабачок и пытаюсь настроиться на завтрак. Детей-то покормила, отправила в школу, наделала бутербродов, нарезала яблок. А сама еще не ела и буду делать свой любимый омлет. Вот так ест Оля, чтобы мама, не дай бог, не похудела. Но я держусь. Я Валерии отдам это все дело. Валер уехал к бабушке Вале, так что будет скоро распаковочка. А я пока займусь завтраком. Делаю всегда много его, чтобы кто захотел, подъедал. Пока Николь занята поеданием огурца, а это ей надолго, я должна успеть что-то приготовить. Люблю, как в интернете делают чудеса с кулинарией. Давайте мы попробуем. Крошим кабачок, лук, подсолнечное масло разогрели, добавили кабачок, немножко поджарили его. Теперь нужна заливка из 4 яиц, соль, перец, паприка и зелень. Взбалтываем так хорошенечко. Поджарили кабачок, добавили туда лучок. И тоже те же самые специи. Ой, это Николька отвлеклась и смотрит какие-то клипы. Неинтересно ей смотреть эти клипы. Взяла с мусора бутылку и играем. Итак, мы все это дело поджарили хорошенько, залили заливочкой из яиц. Вот вам, вот вам. Николь привет передает. Накрываем крышкой и бегом за салатом. А помогать мне будет Николь. Вот такую красивую зелень мы вырастили у себя в саду в огороде. Да, давай в корзинку собирать. Складывай. Это не корзинка, это пластик. Шпинат у нас красивенький вырос. Сочный, молоденький. И руккола выросла. Но вот проблема, посмотрите на эту рукколу. Кто-то ее ест. И мне это совсем не нравится. Дочь помогает, собирает, рвет с корешками. Зато ребенку весело, и маме тоже рядышком с ней весело и интересно. Вот я и определила, кто же поселился у меня в салатах. Какой-то червячок. И походу ему капуста вот эта понравилась больше всего. Все, салатик мы нарвали. Пошли домой. Но Николь не хочет домой. Ей понравилась вот эта идея рвать салат. Идем домой. Тем временем завтрак мой уже готов, только нужно перевернуть его. Не получилось аккуратненько, но ничего, зато вкусно и так сойдет. Промываем салатик. Тщательно промываю под проточной водой, потому что мысли о гусениц и червячках на салатах меня не покидает. Плюс еще одна фобия в копилку. Тщательно рассматриваю теперь каждый листик.
И что вы думаете? Я нашла плавающую маленькую гусеницу. И снова перемываю салат. Все, вроде бы чисто. Возвращаемся к салату. Нарезаем лучок вот так красивенько. Правда, я резала вот таким ножом. Но для вас на видео использовала вот этот. Вот верь блогерам теперь. Достаем мою любимую салатницу с прожженной крышкой и собираем салатик. Для начала выкладываем зелень, очень сочную, вкусную, потом лук, но лук нужно обязательно пожмякать вот так сахарочком, это очень вкусно и сладенько. Помидорки нарезаем, ой, ножик не тот, но ничего, сойдет. Дальше собираем салат, к луку помидоры добавляем, а вот это очень вкусная кашка кино, вот прям советую. Добавляем туда же в салат пару ложек, для здоровья то, что надо. Почитайте в Google, без орехов, ну никак, салат у нас так по-богатому будет. Ну и плюс любимые специи. После специй добавляем пару ложек оливкового масла. Кунжут, семена черного и белого кунжута. Обязательно для красоты. Собираем нашу тарелку. Вот красивая большая тарелочка. Выкладываем, не жалея, пол тарелки витаминов. Потом омлетик, не стесняясь. И мяско печеное, запеченное в тандыре. Очень вкусное мяско. Вот такая вот красивая тарелочка. Мне в салат не хватило добавить моцареллы. Ну что, на вид очень красиво. Порция у меня не маленькая, но я знаю, что буду кушать я ее не одна. Вот уже мой маленький подъедатель ждет меня. Я сажусь, и малышка тоже устраивается поудобнее. Будь здоров! Чтобы у мамулечки что-нибудь стащить. Давай, Манюня. Ну, как без этого? Обязательно еду нужно перекрестить, чтобы еда нам пошла на пользу. Ну что, можно теперь поесть спокойно в тишине. А нет, не получится спокойно поесть. Пришла Олечка со школы. Да, на окне. Оль, ты такая красивая. Ну что, попытаемся поесть спокойно. А, нет, кто-то идет. Я вам это, гуманитарку привез. Ура! Вот такой был завтрак у многодетной мамы. В тишине и в спокойствии. И никто абсолютно не лез в мою тарелку. Валера приехал, говорит, гуманитарку привез. Я гуманитарку получил и привез. Вот домой, пожалуйста, гуманитарка. То давно не было гуманитарки. Наверное, уже год. Вот вам. Сквозь судьбы километры, через тернии к звездам.